Напевно, тільки лінивий не знає, що вже завтра на каналі М1 рівно о 19:00 стартує пряма трансляція найпрестижнішої події у світі брейкдансу Red Bull BC One Final. Фінал Східної Європи в Києві. І у мене зараз в гостях людина, яка першою вийде на ринг, Бібой Робін. Бібой, привіт тобі. Здорово. Хочу сразу сказать, что все коллеги, с кем я общался, ребята бибои, говорят, что ты отец украинского брейкданса. Как оно быть отцом? Я на самом деле подозревал, что будет такой вопрос насчет отцовства. На самом деле я таковым не являюсь, никакой я не отец. Я просто представитель того поколения, которое начало в 98-99. И так уж получилось, что на данный момент среди вот тех ребят, с которыми я начинал, я, по сути дела, остался один, кто до сих пор представляет и самореализует себя в соревновательном процессе и как-то творчески. Вот. Возможно, я дал какую-то волну, как и мой сокомандник Flying Buddha, украинскому брейкингу, да, как и наша команда Inside B-Boys, может быть, поэтому. Ну, это приятно, конечно, такое уважение со стороны людей, которые занимаются тем же делом, что и ты. Я польщен. Ты будешь выступать первым. Кто твой оппонент и насколько для бибоя волнительно быть первым, кто выходит на ринг, или в принципе не имеет значения? Ну, на самом деле, наверное, имеет значение, каким ты выходишь на ринг, потому что первый батл, публика, они еще не совсем раскачана, то есть надо как-то прочувствовать себя, и ты не видишь, что делают перед тобой люди, то есть ты не можешь как бы, грубо говоря, немножко запланировать, да, то есть как бы видеть ситуацию, происходящую на танцполе. Ну, у меня на самом деле ситуация простая. Я представляю свою страну в столице дома. Первый батл против, насколько я знаю, это самый сильный танцор бибой Грузии, бибой пионер. Танцует он тоже, я думаю, прилично, больше 10 лет. Вот. Ну, что волноваться, уже 15 лет я танцую, волнения уже как бы прошли, опыт берет свое. Но, конечно, в любом случае недооценивать противника ни в коем случае нельзя. Я буду стараться выкладываться на максимум и биться с ним, как независимо от того, будет это он, либо это был бы какой-нибудь чемпион или еще кто-то. То есть, на мой взгляд, первый и последний батл самый тяжелый. Колобок также будет участвовать в этом отборочном этапе завтра в Киеве. И еще, по последней информации, появился один украинский бибой. Третий – это бибой Плуто. Каким образом Украина представляется сейчас с тремя бибоями? Да, я слышал о том, что Плуто получил путевку тоже. Насколько я знаю, иранскому танцору отказали в визе. И насколько я слышал, по-моему, не только ему, а всем представителям иранского Red Bull отказали в визе в Украину, поэтому Украину будет представлять еще один человек Плуто, и, насколько я знаю, по правилам Red Bull на замене должен быть человек, который хорошо проявил себя на региональном отборочном, да. Плуто, если я не ошибаюсь, он проиграл в Ялте в четвертьфинале, его сокомандник Интакт проиграл в финале Колобку. Так как Интакт улетает в понедельник в Америку набираться опыта, его и интересы страны будет представлять Плуто. А нам залишається разом з глядачами підтримувати трьох українських богатирів: бібой Плуто, бібой Робін і бібой Колобок. Завтра, 19:00, на каналі М1, східноєвропейський фінал Red Bull BC One. Спасибо, Робін. Ну а ви будьте з нами, не пропустіть завтра, 19:00.